Всем известно, что в теплое время года приятнее всего находиться вне дома. Проводить время вместе с семьей и друзьями – это настоящее удовольствие. В то же время комары и другие насекомые – это настоящий бич. Они способны сделать пикник в саду невозможным. Но почему мы должны им уступать? Когда мы дышим, то выдыхаем углекислый газ. В комбинации с запахом нашей кожи в радиусе 60 метров создается привлекательный для комаров коктейль. И вот создан революционный продукт – ловушка для комаров, которая привлекает и убивает комаров. Это устройство работает бесшумно в течение 24 часов в сутки и 7 дней в неделю. Для начала нужно найти для нее место. При этом необходимо учитывать направление движения воздуха, чтобы расположить устройство по ветру. Углекислый газ в потоке воздуха будет распространяться по территории и привлекать комаров. Ловушка для комаров должна быть установлена в радиусе примерно 10 метров от того места, где мы находимся. По возможности установите ее в тени, таким образом, чтобы в радиусе ее действия не было никаких препятствий, например, кустов или посадок. Ловушка для комаров действует при любых погодных условиях, но ее нельзя устанавливать вблизи источников воды, таких как, например, садовая растительная система. Чтобы убедиться в правильной установке устройства, посетите сайт www.odumagnets.lv. Там вы найдете инструкцию, которая поможет правильно установить ловушку для комаров. Ваш первый шаг – установка основания. Затем укрепляйте штатив в специальном отверстии. Теперь установите на штатив само устройство. Обеими руками осторожно прижмите его вниз. В основании установки укрепите баллон с пропаном и присоедините ручку регулятора. В зависимости от модели магнита нужно выбрать подходящий источник питания. Когда устройство подключено к электричеству, медленно поверните регулятор против часовой стрелки и включите ловушку. Комары и другие насекомые, всасываясь в устройство, попадают в специальный мешок и погибают. Ловушка для комаров – ваш помощник в борьбе с незваными гостями.